Петр Петрович, Петрушка, по городу хожу, за безобразиями слежу. Говорят, градоначальнику нашему не пускают. Плачет народец. Совсем уж наш градоначальник от мира отгородился. А вот и он, безобразник. О, здравствуй, Петрушка. А я вот никак от праздника города не могу отойти. Здорово, весело отметили. А народ наш все недоволен, жалобы строчит. Про день города не знаю, не слышал. А вот про то, что ты от народа закрылся, пройти к тебе нельзя, сам убедился. Быть такого не может, я для всех открыт. Ты, может, и открыт, но твои халуи народец к тебе не пускают. Я в дверях час простоял. Справку о том, что я здоров, хотели от меня получить. А то, говорят, градоначальника нашего заразишь. Это правильно. А потом спрашивают, знает ли градоначальник о том, что я приду. Я им, откуда же я знаю? Я только пришел, записаться хочу на прием. В общем, сказали, что обувь у меня грязная, и пускать в такой не велено. Хм, а как ты хотел градоначальнику в грязных сапогах, без паспорта, без медицинской справки, без личного приглашения? Вот такой вот растрепанный хотел прийти. Не бывать. Ты вроде бы об открытости говорил. Вот тебе за такую открытость. Вот тебе. Будешь знать, как от народа там прятаться. Вот тебе, вот.